Сегодня отмечают праздник все темноволосые красотки России и не только. Традиции этого дня самые простые и приятные. Посещать салоны красоты, заниматься шопингом и принимать поздравления. Но словом не день, а сказка. Спасибо цыганскому и еврейскому народам за то, что сейчас брюнеток в десятки раз больше, чем когда-то. Только ведь женщинам всегда мало. Блондинки хотят стать брюнетками, брюнетки – блондинками. Но это явно не про Лилию Габитову, которая впервые решилась на окрашивание совсем недавно. Пришлось окрасить волосы, и я, конечно же, об этом не жалею, потому что с мастером мне очень повезло, и она полностью попала в тон моих натуральных волос. Вообще за натуральную красоту во всем, и в цвете волос в том числе. Вот. Я в душе брюнетка, поэтому, конечно, нет, на эксперименты какие-то серьезные я не была готова. Естественная красота всегда была и есть в моде. Кстати, о моде. Интересно, какие цвета в одежде к лицу виновницам сегодняшнего праздника? Брюнеткам подходят глубокие, насыщенные оттенки синего, фиолетового, темно-зеленого. Брюнетка сама по себе очень яркий персонаж, поэтому я думаю, что все зависит от вашего вкуса, цвета глаз, тона кожи и, в принципе, веяния моды. Поэтому вы можете выбирать любые вещи, которые вам нравятся, но обращать внимание на ваши личные особенности. Говорят, что День брюнеток был придуман как ответ Всемирному дню блондинок. Баттл за праздники завершился ничьей. А вот кто победит в нашем опросе, мы сейчас узнаем. Мне очень сильно нравится быть брюнеткой. Брюнетки, наверное, потому что лично у меня во всей семье темненькие, поэтому мне кажется, брюнетки лучше. Мне просто по красоте нравятся брюнетки. Брюнетка. Больше нравится. Брюнетка, но они как-то эффектнее выглядят. Со счетом Аргентина-Ямайка побеждают брюнетки. Посмотрим, что об этом думает главный судья на поле окрашивания. Как правило, многие женщины, они любят экспериментировать. И блондинки, и брюнетки. Брюнетки в основном хотят посветлее оттенки, плавные переходы какие-то, натуральные переходы. Модные тенденции, если брать цвет, например, оттенок волос, в 2018-2019 году это будет сине-черный, темный шоколад. Используется техника тонирования, балаяж, амбре, самбре. Амбре – это резкий переход от темного к светлому, а самбре – это плавный переход. Брюнетки рулят. Сегодня особый день для всех жгучих брюнеток и их кавалеров. Ведь это идеальный повод уделить внимание своим горячо любимым брюнеткам, не так ли?